Всем привет! Меня зовут Саша Гуржи, и я нахожусь в Шарм-эль-Шейхе. Горы, самолеты, аэропорт, и сзади меня центральная улица Наама-Бэй. А это отель Шарм Холидей. Туда я приглашаю вас сегодня на обзор. Поэтому скорее бейте колокольчик, ставьте лайк под этим видео, подписывайтесь на мой канал, на мой инстаграм, и погнали на обзор. Я уже прилетел, сейчас на парковке ищу Мухаммеда и будем ехать в наш отель. Так много машин и автобусов, приезжало сразу в одно время несколько рейсов с Киева, с Казахстана, поэтому людей очень много. Постоял в очереди на паспортный контроль минут 40, наверное, и еще люди там остались ждать. Так, где мой Мухаммед? Мухаммед! Где он? Не знаете, не видели? Так, я уже переоделся, потому что в худи очень жарко здесь. Все-таки постоянно парит солнце. Ну что, идемте, идемте к Мухаммеду. С документиками идем поселяться. Хотелось бы, конечно, здесь увидеть какие-то напитки, но, к сожалению, только антисептик. Там дальше, так понимаю, ресторан, потому что цокают тарелками. Поставил я свою еду, занял себе столик там, где никого нет, чтобы с вами нормально пообщаться и все рассказать. Но нет, меня с той зоны выгоняют и говорят, иди туда, там, где много людей. Я не понимаю этой концепции, почему нельзя, чтобы люди сидели в разных концах зала, чтобы друг другу не мешать, не слышать, что кто о чем разговаривает. Нет, нужно сидеть всем на одной куче. Там зал гуляет, здесь зал гуляет. Объедаться я здесь сильно не буду. Это весь мой завтрак, потому что особого выбора еды здесь нет. Ни одноразовые приборы, но не запаянные салфеточкой. И рядом сидят красивые, интересные девушки. Короче, ну я, конечно, делаю вид, что я его не понимаю. Я понимаю, о чем он говорит. За то, что я пришел на завтрак, поел салатик. Вы сами видите, что они выписывают чек. Они хотят, чтобы я оплатил $5. Здравствуйте. Вы покушали, да? Да. В первый день заезда завтрака нет. Ты нам там ничего не говорила об этом? Вкусно. Не оставили документы, сказали, пойдите погуляйте. Я даже особо ничего там ничего не есть нет, если честно. Ну, завтрак это стандартные яйца, овощи, каждому по вкусу, каждый свое находит. Но дело в том, что в день заезда вы еще не заселены в отель, и завтрак у вас не входит. Завтрак надо оплатить. Он выписал вам чек, и это $5. Ну, вы серьезно? Ну, окей. А вот вы первый отель, который за завтрак берет деньги. Я, конечно, поинтересуюсь вашего руководства, правильно? Ну, без проблем, это оплачу, но... Ну, что, пока что просто поставьте роспись. Ну, это не те деньги, это оплатить не проблема, да, но еды по факту нету, а $5. $7. А, окей.
Завтра, да? Ребята, что вам сказать? Вы сами видели мой завтрак, сами знаете, сколько я люблю набрать еды и вам показать, попробовать. Здесь я даже ничего не выбрал, только два кусочка капусты, которая невкусная, я ее оставил, два помидора, огурцы, которые были вчерашние, скорее всего. Выпил 4 стакана сока, потому что очень сильно хотел пить, минералки нету, и взял кофе, $5. Ну окей, я заплачу, потому что понимаю, что, возможно, я неправильно поступил, но отель очень мелочный и готов снимать деньги с туристов за завтрак. Если другие отели есть некоторые, когда мы поселяемся, рано приезжаем, они понимают, что вы приехали рано утром, вы устали с дороги, вы долго летели, вы с вечера еще не кушали, отправляют вас сами на завтрак, то здесь сразу же за завтрак $5. Такое себе отношение отеля к гостям. Мне уже здесь не нравится, если честно. А расскажи, пожалуйста, пляж у вас далеко отсюда, от отеля? У нас есть пляж в Нанавей, something like 10 минут. Автобус от отеля, да? А сколько раз в день он ездит на пляж? Расписано на автобус на пляж. Ага, хорошо, спасибо. Автобус в 9, в 10, 13, 15 и 16.30. Выезжает он от входа в отель, да? Здесь. Хорошо, какое время завтрака, обеда, ужина? Завтрак с 7 до 10 утра, поздний завтрак с 10.30 до 11.30, приятно, что здесь перекусы есть, выпечка и соки. Дальше обед с 13.00 до 15, потом есть перекус с 17 до 18, кстати, интересный перекус, потому что до этого все перекусы были с 15 до 17, наверное, наоборот, попозже. И ужин с 19 до 22.00. Вот что ни говори, но график подачи еды мне нравится. Я уже поселился и приглашаю вас на обзор моего номера. Вы говорите в комментариях часто, что меня много в кадре, поэтому буду вам сейчас показывать без себя номер. Потом отпишите в комментариях, как вам лучше, со мной, когда я вам показываю все на себе и визуализирую все это, или когда видите все по факту уже в камере. Начинаем сразу с прихожей, вот входная дверь. Я, правда, не могу включить свет в душевой комнате. Я вставляю карточку. Вот. А он что-то не включается. И Макалэ Каламэ. Деревянные плечики под вашу одежду, место под ваши вещи. Зеркало полный рост. И с другой стороны сразу тоже плечики. Одеяло. Кстати, одеяло не первой свежести. Немножко грязное, но им пользоваться не буду. Так, теперь интересно, здесь открывается или нет? Да, здесь открывается, и в самом низу мне интересовал сейф. В самом низу есть сейф. Вот так вот выглядит комната. Две односпальных, больших, высоких кровати. Белое постельное белье. На стенах висят картины. Цветочки. Есть одна лампа, есть телефон, маленький такой диванчик, пепельница. Наверное, в номере можно курить. Не, ну ё-моё. Пластиковые стаканчики. Я бы на их месте поставила бы нормальный стеклянный стакан. Но это же не на баре мы сидим, не у бассейна, это в номере. Можешь поставить нормальные стеклянные стаканы. Стаканы есть, салфетки есть. А чайника, кстати, тоже сейчас спрашиваю за чайника. Чайника в этом номере у меня, к сожалению, нет. Давайте посмотрим в холодильник. Зря я надеюсь, что он будет полным. Он пустой, но он есть. Есть также телевизор. Место под ваши вещи, шуклятки. Место под багаж.
Есть кондиционер. И вот такое вот еще одно зеркало. В номере есть сухие салфетки, есть маски. Две маски, кстати. Если ваши уже устали после полета, можете взять с собой в аэропорт на обратную дорогу. К маскам салфетки влажные. И если я правильно понял, вот эта вот ужасная в пыли старая штука, это от комаров. Если будет в номере летать комары, вставляете в розетку и убиваете их. Дальше. Панорамные окна и вид на бассейн. Там есть еще один бассейн с аквапарком. Он чуть ближе, видите, дальше. Вот там дальше аквапарк, бассейн. Но меня поселили сюда. И мне сказали, что это еще очень хороший номер с видом на бассейн. Поэтому радуйтесь. Ну, конечно, когда увидели камеру, а тем более, когда админ узнала меня, смотрела мой выпуск с Марина Шарм, то сразу поняли, что надо давать хотя бы номер хороший, потому что будут плохие отзывы, наверное. Хочу вам показать еще душевую комнату, но, к сожалению, не могу, потому что нету света. О, что-то видно немножко. Два полотенца, умывальник. По косметике я не вижу. Ну, чуть позже я включусь, вам покажу. Как работает свет? Работает? Не работает. А свет? А теперь еще раз карточку. Я говорю. Окей? Окей. А ты сказал, чтобы ее сделали, да? Чтобы она заработала. Что? Ты скажешь на ресепшн, что она заработала или как? Да, да. Все хорошо, да? Все хорошо, да. Только надо, чтобы она работала. Только карта, да? Карта, да. Так все хорошо, спасибо. О, воду можно? Water. Water. Саша. Саша, окей. Water have? Вода. Ресепшн. Вода, ресепшн. А в номерах воды нету? Room, water in room. Говорит ресепшн. Ага, а так приносишь, да? Да. Окей. А клининг every day? Каждый день уборка номера? Да, да, да. Окей, thank you. Да. Bye. Bye. Мы вроде бы с моим другом разобрались с замком, но так и не понял. Сейчас вам покажу. Ну, он ушел. Он ушел, и карточка опять не работает. Пока я поселялся и показывал вам обзор моего номера, на террасе начался обед. Туда я предлагаю переместиться. Ну что же, пришло время обеда. Выбор не очень большой. Ринка, виски, кола. Айс. Сенки. Что я себе взял? Взял супчик, вторую порцию. Взял первую, оставил на столе, пошел брать остальную еду. Наверное, подумали, что кто-то не доел и забрали ее. Взял макароны, два кусочка пиццы, картофельные чипсы, но они невкусные. Три вида салата и половинку, 1/4 даже часть апельсина. Фруктов мало, даже бы сказал, нет вообще, только апельсин. Салатов, один общий салат, огурец, помидор и перец. Из гарниров только макароны, пицца, суп. Ну, выбор слабенький, но голодными не останетесь. Обед на террасе с видом на аквапарк, на бассейны. Вот так вот выглядят столы. А вот уже завтрак и ужин на минус первом этаже
отеля. Взял я чипсы. Вот реально это вторая. Первый попробовал, а второй показываю вам. С нее жир, масло можно выжимать. Вот если возьмите ее в кулак, я думаю, там грамм 5 выжмется масло. Ага, а если я буду тонуть, помогать не будешь? Понятно, поняли? Да. Если вы будете тонуть, то девушкам он поможет. Слушай, а если девушка будет в 3 раза больше меня, большая будет девушка, не поможешь ее? Нет. Она тебя втащит на дно, да? Не ты ее наверх, она тебя на дно. Понятно. Так. Я не хочу приходить, потому что здесь маленькая глубина, можно будет удариться ногой. Иду там, где большая глубина. Идемте. Говорят, бассейн с подогревом. Где тут подогрев? Я уже приготовил полотенце, чтобы заворачиваться. Ну, холодина ужасная будет. Вода холодная, еще холодный ветер. Ну, все для вас. Плохого об отеле не говорит ничего. Плохого говорить не буду. Будет показывать, будет сам делать выводы. Потому что если я скажу, что плохое про отель, он позвонит в полицию и меня оставят в этом отеле. Сейчас 2 часа есть, идут включать мне аквапарк. Ну приятно, хотя бы аквапарк ради тебя включают. И буду сейчас кататься тех пор. Интересно смотреть. Пошли. Показать вам немножко территории отеля Charm Holiday Resort. А вот корпус возле дальнего бассейна, куда заселяют украинских туристов. По крайней мере, здесь все мои соседи – это украинцы или белорусы. Вот так он выглядит. Сразу на первой линии от бассейна. Некоторые номера выходят на бассейн, а некоторые, наверное, на пустыню. Но видите, что полотенца висят, люди живут, скорее всего, с нормальным красивым видом. Вот так вот выглядит бассейн. Сразу у бассейна есть бар, но, к огромному сожалению, он сейчас не работает, он на реконструкции. Есть лежаки, здесь можно купаться, можно загорать, но в основном все загорают на бассейне возле аквапарка, потому что вода, там вода подогревается, а здесь он без подогрева. Есть футбольное и волейбольное поле, даже футбол, волейбол и баскетбол. Но калитка закрыта, никто здесь не играет. Вот по этим ступенькам спуск сразу к Нама Бэй. До Нама Бэй буквально 4-5 минут ходьбы пешим шагом, не спеша, спокойно можно дойти. Вот здесь несколько горок, качели. В принципе, я катался вчера на качелях, они меня выдерживают. Ну и, конечно же, анимация. На удивление, она здесь тоже есть. С самого утра гостям предлагают пойти на зарядку, заняться йогой. Чуть позже будет акваэробика, будут танцы. А вечером... Ну а что будет вечером, сейчас увидите. Хороший.
И рот. And cola, cola. И рот. How many followers? Two. Ну окей, пускай будет справить. Ах, ладно, кола вас там нашла. Минго. А, так с колой и спрайтом. Окей, супер, thank you. Небесье, а я просила, я то опять. Как думаете, стоит ли петь караоке или нет? Я считаю, что лучше петь здесь, нежели в микрофон на весь отель. Пишите в комментариях. Если вам нравится, как я пою, в следующем видео в каком-то отеле обязательно спою караоке. Что было ночью? Предлагаю этот вопрос пропустить и сразу же на завтрак. Перед моим заказом надо убрать плиту, всю грязь вытереть, если уже снимают, и только потом готовить омлет. Two eggs. Здесь сразу есть лучок, цибулька. Брать не буду, но покажу вам, что здесь еще есть. Сосиски. What is it? Пюрешка. Окей. Баклажаны. Супер. Блинчики. Банкет. Ну, блинчики, да? И вот там, вот, я понимаю, можно сделать тост, но я тоже брать не буду. Окей. Уже на второй день моего пребывания в отеле еды стало немножечко больше, нежели было в предыдущий. Я этому обрадовался, поэтому начал наедаться, пока есть еда. Я-то сам с горок покатался, но вам-то не рассказал, какие здесь и для кого есть горки. Поэтому сейчас все вам покажу. Это вот такие вот взрослые горки. Можно, думаю, и детям, но здесь как раз катаются именно взрослые. И вот еще одна горка. Всегда, когда вы поднимаетесь в аквапарк на горке, вам открывается потрясающий панорамный вид на город. Видно соседние отели, видно горы, пустыню, маршрутки. Всегда чем выше, тем красивее. И совсем рядом шопинг-молл Дженена Сити, где можно купить себе вещи, покушать. И здесь же есть ресторан Парес. Для тех, кто спрашивает, рыбные рестораны у меня, здесь есть Парес, потому что на самой Наамабэй, к сожалению, Фареса нет. Сзади меня находится пляж отеля Marina Sharp Holiday, видео с которого есть на канале у меня. Но, скорее всего, уже в следующих поездках я сниму повторный обзор этого отеля. Это будет позже. Сейчас покажу вам пляж нашего отеля Sharp Holiday. Hello. Is this Sharp Holiday? Yes. Yes. Sharp Holiday. Здесь, тоже, да? Да. Здесь отдыхает из Marina Sharp и с Sharp Holiday. И также рядом есть отель Lido. Они вместе на одной территории, поэтому люди могут ходить с Lido на Sharp Holiday, с Lido на Marina Sharp, везде. Пиджаки здесь одинаковые, что в Lido, что в Marina Sharp, что в Sharp Holiday. Сейчас уже 5 вечера, людей нет, я пока сюда людей нету. Но не в море, на пляже людей нет нигде, поэтому я здесь один.
И под окончание этого дня я решил полетать на парашюте и посмотреть на закат с высоты. Кстати, кто из вас тоже летал, ставьте плюсик в комментариях под видео. И пишите, не боялись ли вы летать. Очень круто, супер, смотрите. Вы катаетесь, и у вас панорамный вид на весь Шарм-эль-Шейх, на соседние отели, на закат солнца. Супер. Полетав с парашюта, возвращаемся на причал нашего отеля. На краю пляжа есть такая будочка, там можно будет взять на прокат байдарку, поплавать на лодочке, попрыгать с парашюта, и, конечно же, здесь есть бананы и таблетки. Хочу вас еще раз пригласить на обед. В этот раз был сильный ветер на улице, поэтому обед у нас был не на террасе, а на минус первом этаже отеля. И еды было немножечко больше. Small, чуть-чуть. Окей. Но. Small. А что это? Чуть-чуть. Одну ложечку. Пицца, да, можно. Чуть-чуть до мяса. Да. И все, да? И здесь закончилось, да? Вкусно, окей. Thank you, bye. Весь мой обед. Суп овощной, с пампушками. Три кусочка пиццы. Невкусная картошка фри. Рис, мясо и рыба. Взял я сладости и фрукты. Из фруктов только гуава и апельсин, и то маленькие кусочки. А из сладостей два вида желешки. Как ее съесть? Я спрашивал, как ее съесть? Сразу вспоминаю желешку, которая была в Ларосе. Берешь, вставляешь вилку в желе, она твердая. Берешь и ешь. А здесь вставляешь... И ничего не происходит. Вот, вставляю, взять ее не могу. Вот это получше. Вот. Она немного гуще, но все равно такая себе. Ну а заморив червячка, набравшись больше силы и энергии, я отправился снова на пляж. Взял в аренду байдарку и сейчас буду обплывать всю береговую линию Шарм-эль-Шейха. Посмотрели, что здесь дистанцию преодолел, и сейчас плыву обратно. Обратно получится плыть еще быстрее, потому что волны будут в сторону нашего пляжа, и доплыву еще быстрее. Класс! Обязательно, когда будете в Шарме или в Хургаде, берите байдарки, плавайте, это очень интересно. Правда, рыбок я не вижу, здесь коралловые рифы. У меня посетила мысль поплыть на байдарке в Хургаду и Шарм-эль-Шейха. Здесь буквально 90 километров, я думаю, сейчас за 5-6 я бы их преодолел бы. Возможно, эту мысль я реализую и воплощу в следующей поездке. А сейчас буду плыть обратно. Look
Сейчас уже начало 9 вечера. Последний день моего отдыха в отеле Charm Holiday. Сейчас напрягаю его голову, соображаю, потому что каждый раз новый отель, и немножко уже начинаю забывать, где я нахожусь. Мне кажется, у меня большой подбородок в этой кофте. Вам не кажется? Или камеру подальше взять? А такое. Сейчас иду на ужин. Я вам показывал уже мельком ужин. Сейчас иду на ужин, посмотрю, что там есть, перекушу и пойду на Наамабэй. Потом, возможно, поеду в старый город. Хочу купить себе домой фрукты. Поэтому мельком покажу вам, что там сейчас есть, какие там цены. Так, ну что, пришел в ресторан на ужин. Сейчас показывать, что здесь есть. А вы будете делать свои выводы, достаточно еды или нет. Рис, да? Рис надоел уже каждый день кушать. А что это? Это горох, да? Горох с картошкой. Одну ложечку. Туда? Да, я. Хватит. Да, крем-суп какой-то. Куриный суп. Вчера было мясо, сегодня мяса нет. Окей, thank you. Не, хватит, спасибо. Немного не съел. Все. А здесь баклажан запеченный. Салат. Что, можно брать апельсин? Что, серьезно? Не, можно брать? Целый? То есть до этого вы нарезали большими маленькими кусочками, а сегодня так можно брать, да? Вы видите? Растут каждый день на глазах. Спасибо. Сейчас вам наложат, а вы потом можете там всю шаурму эту запихать в булочку. Не, хватит, 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 я так много не съем. Thank you. Вот весь мой ужин. Взял себе картошку, помидоры, мясо. Можно запихать ее в булочку, получается камень шаурма. Рыба, целая апельсина и сладости. Ребята, что я вам скажу, хочу сказать? Хочу сказать то, что растут на глазах. Не знаю, может того, что я здесь снимаю их. Но мандарины вот эти, точнее апельсины вот эти. Одна апельсина была нарезана на кусочков 10 до этого. Сейчас дают целыми, целыми апельсинами. Еды стало больше. Пирожных стало больше, побольше размерами. Хочется верить, что такое будет постоянно, даже улучшаться, а не на момент, когда я нахожусь в этом отеле. Потом в комментарии пишите, кто будет смотреть мои видео, какая ситуация после моего уезда. Charm Holiday. И надеюсь, все будет окей. Утро каждого дня в этом отеле начинается с уборки территории. Ну а нам пора делать итоги моего пребывания в отеле. Сегодня последний день моего отдыха в отеле Charm Holiday Resort на Наамабэй. Я сижу в холодном ледяном бассейне и готов с вами делиться итогами моего отдыха в этом чудесном отеле. Здесь же мне не понравилось в самом начале то, что с меня попросили $5 за завтрак. Я понимаю, что поступил неправильно, потому что знаю, что в день поселения завтрак не входит в стоимость проживания, но реально я хотел кушать. Я пошел, взял себе салатик, взял себе кофе и все. И меня удивило, что попросили $5, потому что до этого ни разу еще никто не просил $5 за завтрак. Точно такая же ситуация и с выселением. Когда вы будете выселяться, в стоимость проживания входит только завтрак. Обедать, ужинать вы уже не можете. Если у вас самолет в 17, 18, 20.00, а нужно выселиться в 12.00, то на обед вы уже идти не можете. Нужно будет или договариваться, или спрашивать, ну или просто в наглую идти, а там платить $5 или прокатит, кому как. Теперь давайте пройдемся по основным пунктам. Территория. Территория здесь небольшая, но есть два бассейна. Там, где я нахожусь, он не подогревается, а бассейн, который в аквапарке, он подогревается. Бассейн возле аквапарка большого размера, есть для маленьких деток и есть глубиной 2 метра. Он с подогревом, сразу, когда вы съезжаете с горки, вы прыгаете в теплый бассейн, и там все окей. В основном все отдыхают, загорают там. Сразу же возле бассейна есть сцена, где проходит анимация, где проходит караоке. Вы видели? Всем, кто пел в караоке, вам большой лайк. Вы молодцы, вы смелые люди. Потому что я даже знаю, что я петь не умею, я не рискую идти. Потому что знаю, что меня могут снять, меня могут переслать кому-то, поржать и так далее. Я не рискую, но все, кто поет в караоке, вы молодцы, вы смелые.
А по анимации еще была зарядка, волейбол, акваэробика, танцы. Короче, анимация здесь есть. Детей ваших не займут. Я не видел, чтобы это здесь было что-то для детей. Но для взрослых будет чем заняться. А что касается детей, кстати, то дети есть, но их не так уж много. Для детей есть детские горки, детские качели, маленький аквапарк с маленькими двумя горками. То есть детям, думаю, тоже будет не скучно. Для кого этот отель? Когда я приехал, здесь были украинцы, белорусы, россияне и арабы. 50 на 50. Было одинаково, что наших, что местных. Но на следующий день, когда я отдыхал в Шарм Холидей, арабы все выехали и остались только наши люди. Практически все наши. Ну, может, арабов процентов 10-15 есть, но в основном здесь украинцы. Это потому что отель недорогой, максимальная его близость к Намабе, и люди сюда едут, чтобы вечером можно было не скучно проводить время. Расположение. Отель находится в 15 минутах езды машиной от международного аэропорта Шарм-эль-Шейх. Туристическим автобусом вас, наверное, будут везти, ну, час 30. Это я беру общее время, когда вы ждете других пассажиров, пока вы заезжаете в другие отели, пока вас довезут. Поэтому лучше всего, когда вы приезжаете, если вы не хотите и не любите ждать, то пишите Мухаммеду, он вас встретит и привезет в отель. Неважно, сколько вас приезжает. Если вы приезжаете вдвоем, он вас может встретить на Мерси. Если вы приезжаете в вас большая компания, 4, 6, 8 человек, у него есть микроавтобусы с большим багажником, куда влазят все чемоданы. Когда мы были в Белависте, я показывал, мы с туристами, которые отдыхали в Белависте, скооперировали, заказали за $15 бусик, и 12 человек, туда с детьми уже, 8 взрослых и 3 или 4 детей, и нас отвезли буквально с 10 минут в аэропорт. При этом мы сохранили еще 2 часа, позагорали на море. Потому что тоже не хочется трястись в автобусе, полтора часа собирать других туристов по отелям, а сразу сесть и поехать в аэропорт. Я даже выбирал этот отель из-за того, что он находится в Намабе. Потому что, чтобы не ломать голову, куда пойти вечером, 3 минуты ходьбы, вы на Намабе. Покупаете сувениры, медикаменты, кушаете в ресторане морепродукты, что хотите, то и делаете. Поэтому расположение отеля очень удобное. Намабе, старый город. Сюда хочется еще вернуться. Но вернусь я не в этот отель. У них есть еще тройка. У собственника этого отеля есть еще один отель. Сразу за Женена Сити есть троечка. Но они сказали, что ихняя тройка по сравнению с Мазаром небо и земля. Потому что я после Мазара вообще никогда не хочу ехать в тройку. Но за счет того, что здесь удобное расположение, я готов приехать. Надеюсь, там будет неплохо. Они сказали, что питание такое же, в принципе, как и здесь, в четверке. Намабе еще ближе. А по территории, не знаю, посмотрим. Поэтому следующий выпуск и в ближайшее время, я думаю, будет из той троечки. Рискну еще раз ездить в Шарм-эль-Шейх, в трехзвездочный отель. Номер. Номер мне тоже понравился. Вот сразу сзади меня мой номер. Панорамный вид на бассейн, окна в пол. 2 раздельных односпальных кровати больших. В номере минимум косметики, мыло и шампунь. Единственное, что мне не понравилось, это холодная вода. Не знаю почему, но у меня не было в номере вообще теплой воды. Я не ходил на ресепшн разбираться и так далее, потому что окунулся быстро, смыл с себя соль в холодной воде и все. Я там долго ванну не принимаю в Шарме, чтобы была горячая вода. В номере есть холодильник, в номере нет чайника, нет воды. Поэтому, если вам нужна будет вода, покупаете бутылку, набираете воду на ресепшене или же в баре. Конечно, необычно, что в номере нет воды, но Шарм Холидей, если смотрите, надо ввести в каждый номер воду. Ну, возможно, это немножечко накладно будет, но надо. Вы же четверочка, а воды в номере нет. Поэтому на карандашик берите сразу все пункты, передавайте своему руководству, и пускай в номере появляется вода. Есть кондиционер и есть мухи. Мухи – это вообще ужасная тема. Они меня особо не беспокоили, но мне говорили отдыхающие, которые ко мне подходили, что большая проблема – это мухи. Они и в ресторане, они и на улице, они и в номерах. Вот просыпаешься ты утром в 6 утра,
пытаешься еще полежать, поклацать телефон, а тебя муха эта щекочет по носу, по щекам, везде. Поэтому надо что-то с мухами делать. Не знаю, что с ними можно делать, знаю, что есть такие специальные устройства, которые ультрафиолетом убивают этих мух. Но это удобно для ресторана. А для улицы, не знаю, но мухи здесь есть. Комаров я даже не ощущал, не замечал здесь. Чтобы травили, тоже не видел. Правда, я в это время и не был в отеле. Питание. Питание так себе, я бы сказал. На уровне с теми отелями, где я был. С Миномарк, с Белой Вистой. Но намного лучше, чем в Мазаре. Намного лучше, чем в Роме. Даже подходила ко мне с ней девушка, которая приехала вчера. Говорит, что смотрит мои выпуски. И она смотрела мой выпуск с отеля Рома. Она там отдыхала в ноябре и смотрела мой выпуск. Я спрашиваю, где лучше? Боже, мухи задолбали. Спрашиваю, где лучше, Рома или Шарм Холидей? Ну, конечно же, Шарм Холидей. Питание здесь немного, но накушаться можно. Единственное, что неудобно, это то, что тарелки с едой стоят за 3 метра от людей. Ну, хотя бы за метр, чтобы люди видели, что они хотят. Потому что у меня плохое зрение, допустим, я не вижу, какие есть пирожные, не вижу, какие есть салаты. Я просто наугад говорю, салат, кекс, булочку, и все, вам подают. Мяса здесь немного, подают какой-то один, ну, максимум два вида мяса. Была рыба, была курица, была говядина за все время. Но если ужин, то или рыба, или курица, или говядина, что-то одно. Надеяться, что будет 4-5 разных видов мяса, здесь не стоит. Но я вижу прогресс буквально с каждым днем в этом отеле, потому что, когда я только приехал, фрукты, апельсинки были нарезаны маленькими кусочками, манюсенькими. А вот уже вчера раздавали апельсины целыми. Вот я за последнее время после карантина не помню еще ни одного отеля, где можно было взять целую апельсину или целый фрукт. Они везде были нарезаны. Доброе утро. Они были нарезаны на половинку или на 1/4 часть. Здесь же вчера давали целыми. Еда улучшилась по сравнению с теми, что я ел в первый день. Какие-то чипсы картофельные, можно было с них выжимать прям все масло. Уже сегодня собственник этого отеля взял в аренду еще один пляж рядом с улицей Наамобей, район Хадаба, максимальная близость к старому городу, и там красивый коралловый риф, красивые рыбки. Если же, когда я отдыхал в отеле Эль Меркато, вход на этот пляж был $1-2, то если вы живете в отеле Шарм Холидей, посещение этого пляжа будет бесплатно. Есть развозка на коралловый пляж в старый город и подвозка на пляж на Наамобей. Хотя здесь идти буквально 7 минут. Пока вы проходите, вы видите людей, вы видите магазин. Но здесь интересно идти на пляж. Пляж, который находится на Наамобей Шарм Холидей, он соседствует сразу с пляжем отеля Марина. Обязательно обратите внимание, если приедете в этот отель, на отель Марина. Потому что я там был, мне он понравился, и было безумно приятно, ностальгия такая, находиться на одном пляже нашего отеля и рядом, когда находится пляж отеля Марина. И сейчас ваш самый любимый вопрос, какая же стоимость проживания? Мой тур, как всегда, на 3 дня и 4 ночи на одного человека составил $230. Но, ребята, еще раз повторюсь, что это всего лишь 3 ночи и 1 человек. Вы же, скорее всего, поедете вдвоем и на неделю. В среднем от 400 до $550 будет стоить тур в этот отель на двоих на неделю. Все зависит от того, какие даты будут, не будут ли это праздничные дни, когда вы будете покупать тур. У меня цены такие низкие, все потому, что я покупаю туры всегда за 2-3 дня до вылета. То есть максимальная близость к вылету, заканчиваются места на рейсе, цена падает, и я покупаю туры намного дешевле, нежели не стоит даже неделю назад. Вроде бы все я вам рассказал. Если есть какие-то вопросы, обязательно оставляйте их в комментариях. Стараюсь все читать, на все вопросы отвечать. Больше информации об этом отеле, видео у меня в Инстаграме, в закрепленных сторисах. Если на меня не подписаны еще, обязательно подпишитесь, потому что все обзоры, которые я снимаю, первыми видят мои зрители в Инстаграме. А уже через неделю, когда я прилетаю домой, когда уже у меня есть натхнение, когда я монтирую и выкладываю на YouTube. Обязательно на меня подписывайтесь. Так, я уже выселяюсь. Во время выселения заполню вот такую вот анкету опросную и оплачиваю чек за завтрак. Все-таки чек оплачиваю. Окей, карта. Карта, окей. $5.77, да? Так,
Вот видите? Завтрак $5. Окей, карта. Вот сразу мой чек. Здесь указана сумма $5. То есть, если на завтрак покушаете, $5 вам придется таки оплатить. Хочешь, не хочешь, но в конце выезда оплатите. Не хочется уезжать, но, к сожалению, нужно. Уезжаю домой, да. Уезжаю сегодня, да, нужно. Уезжаю сегодня опять с Мухаммедом, но он прислал другую машину, такой бусик. Там у Мухаммеда небольшие проблемы, он в больнице. Прислал вот такой бусик, смотрите, тоже хочу вам показать его. Поэтому, если вы приедете в Шарм с друзьями, у вас будет большая компания, спокойно можете заказывать большой бусик. И стоимость всего $15. Вам помогут с вещами. Вот, смотрите. Кожаный салон. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 мест, ребята. Большая компания, идеальный вариант, $15. Намного лучше, нежели ждать долго автобус и потом полтора часа трястись и им ехать. Контакты, где заказать трансфер, у меня в описании под видео. И на этой солнечной ноте мой выпуск подошел к концу. Это был отель Шарм Холидей Резорт с разным Мама Бэй в Шарм-эль-Шейхе. Меня зовут Саша Гуржи. Обязательно ставьте лайк под этим видео, бейте в колокольчик, чтобы не пропустить следующий выпуск. Проверьте, подписаны ли вы на мой канал и на мой инстаграм. И до новой встречи. А встреча будет очень скоро. Пока!